хочу видеть твою улыбку. И нет уже больше сил, я не прощу себе ошибку. Прошу меня прости. Хочу увидеть твою улыбку. И нет уже больше сил, я не прощу себе ошибку. Прошу меня прости. Привет, подписчики. Эта история началась еще в апреле. И вот спустя 6 месяцев я решил вам о ней рассказать. Еще тогда, полгода назад, я считал себя студент продакшн, и у меня была мечта – купить тяжелый советский мотоцикл. Но вот ведь странно получается. Ты скажешь, но ты же мечтал. Где радость, где восторг? Твой голос робок и осторожен. А я отвечу. Да, ну и понятно, ведь монтирую я ночью. Ну а если тебе понравился трек, то переходи по ссылочке в описании в сообщество авторов и подписывайся на их обновления. Добрались, это было что-то, это вообще вор просто, это прикол. Посмотрите комплектность. Зеленый цвет военный, значит. Короче, Урал купили. Валит. Буксует. Короче, нормальный Урал купили. А, ну рассказываю. Мы уже все посмотрели, сейчас, короче, расскажу. Купили за 10 тысяч Урал зеленый, цвет военный. С документами. Был весь разобранный такой. Мы его пока покупали, забрали, короче. На трассу пригнали. Сейчас запустили. Вот первый запуск, первый выезд, как говорится. Все посмотрели. Первый раз столкнулся с оппозитами. Офигенная тема. Там банально есть даже вот ручник, например. Есть предохранители. В Ижах такое есть? Нет. У меня есть Юпитер пятый. Водянка. А вот с Уралом я впервые. И у меня прям вот эмоции переполняют. Это реально прикольно. Тут смотрите. Покажи фары, все работает. Вот, чик. Фара, поворотники там. Все, короче. Аккумулятор сдох. Во, стой. Мигает. Что еще надо? Офигеть. Подстроить. Бензинчику подлить, и все, и будет бегать. Так, еще тут дыры образовались. Сначала наждачкой. Сотка, по-моему, у меня. Потом щеткой по металлу. Потом обезжириваю. Сейчас помажем кислотой, будем залеплять уловом. Вот тут у нас проблемное место появилось. Вот здесь надо будет еще подпаять. Тут не увидите. И там, и где-то вот здесь. Под креплением, короче.
Тут уже тоже ремонтировалось. Делаем. Просто вот палочкой от суши беру и промакиваю вот тут. Хоп-хоп. Я думаю, кто паять умеет, те разбираются. Кому предстоит паять, примут к сведению. Два чайника влили, примерно 3,5 литра воды. На глаз сыпем. Надеваю перчатки, потому что бак раскаленный. И болтаю. Отверстие не затыкал. Мне это и не надо. Вот тут парилка. Наконец-то бен скончился. Кран закрыл, потому что с подсосом чуть не хотел глохнуть. Ну, зажигание-то вообще выключено. А бронепровода я не хочу снимать на ходу. Подписывайся на канал, ставь лайк, пиши комментарий, как тебе Урал. Прикольный, не прикольный. Мне очень понравился. Все, на этом закончим. Всем удачи, всем пока. Хочу увидеть твою улыбку. И нет уже больше сил, я не прощу себе ошибку, прошу меня прости. Хочу увидеть твою улыбку. И нет уже больше сил, я не прощу себе ошибку, прошу меня прости. А ты почувствуй ветер в причале, давай с тобой скорее отчалим туда, где не узнаем печали. Ведь так с тобой об этом мечтали. И те слова уже год как не наши. Когда держаться нет уже сил, я стал выглядеть намного старше. Признаюсь честно, я тебя любил. Губы потрескались на ветру, и я домой вернусь к утру. Дождь уже как части. Не уходи любить других. Хочу увидеть твою улыбку. И нет уже больше сил.
ошибку. Прошу меня прости. Хочу увидеть твою улыбку. И нет уже больше сил. Я не прощу себе ошибку. Прошу меня прости.